Всем здравствуйте! Это наша секция «Карате-до», город Старобельск, детский юношеский клуб «Орленок». Это наши дети и тренер Чернова Татьяна Анатольевна. Я председатель родительского комитета. Пост о мальчике Ване, о том, что он нуждается в помощи, мы узнали в социальной сети Facebook. Я сделала предложение родителям и Татьяне Анатольевне, чтобы помочь финансово мальчику Ване на лечение. Все единогласно поддержали мою идею. Мы собрали небольшую сумму, которая будет переведена на карту приватбанка Ванечкиной маме. Мы обращаемся с просьбой ко всем жителям Старобельщины. Не будьте равнодушны к чужой беде. Давайте поможем Ване. Чужих детей не бывает. Мы вместе с детьми присоединяемся к этой акции и призываем всех жителей Старобельщины, жителей Луганщины, жителей Украины, всех, кому не безразлична судьба маленького ребенка, кому не безразлично чужое горе, присоединиться к этой благотворительной акции и оказать посильную помощь для лечения ребенка. Хотим поблагодарить всех, кто оказался неравнодушным к чужой беде, и просьба присоединиться к нашей благотворительной акции. И от себя, и от всех детей хочу лично пожелать всем детям здоровья, мира и благополучия. Поверь свою заботу, ты сильнее всех на свете. Лучше добра тебе ушлем, выздоравливай скорее. Борись, упрямься, не сдавайся. Боли и думать даже о плохом не смей. Зависит жизнь и смерть от нашей воли. Крепись и поправляйся поскорее. Ну что ж, бывают в жизни и болезни. Но сильный дух тебя не подведет. Ты поверь.